Это вообще, короче, я, значит, с самого детства пел, да, там лауреатом. Короче, в Грузии проводились олимпиады, понимаете, 4 года один раз, детские олимпиады. Вот я побеждал, 4 золотые медали, мне классно пел. И, ну, я хотел стать футболистом, вот. И к нам приехал в гости Борис Паичадзе. Борис Паичадзе – это великий, легендарный футболист, а его воспитал мой дед. Портовый город Поти, когда англичане приезжали, грузинам научили играть в футбол. Сами первый футбол играл мой дедушка, Йона Курашвили. Вот первая ласточка про него, да. И он воспитал Бориса Паичадзе. А Борис Паичадзе как старостин в Спартаке, вот такой великий. Вот в честь него сейчас стадион назван, понимаете, да? Вот. И один раз я спел просто. Дедушка, я хорошо пел с самого детства. Я принтедилисни, а вором, что это, да, я покороче. И он говорит: ну ладно, футбол, ты хорошо играешь, но я думаю, что ты станешь артистом, понимаешь, я тебя благословляю. Ну, образно он сказал. И как-то я после этого начал петь, танцевать, и поехала, и просто. Понимаете, да? Вот. Дальше, потом, где-то в 9-10 классе я забросил все. Ну, уже вырос, думаю, там, стану капитаном дальнего плавания. И я попал на Северный флот. 3 года я служил на Северном флоте. Гремиха Островная, где Белое и Баренцевое море соединяются. Там атомные корабли, один из сильнейших баз мира. Гремиха, моя любимая, понимаете, да. Я там 3 года служил, и вдруг я там, знаете, где служил? Торпедно-техническая база называется, ТТБ, коротко, да. И где-то 1,5 года служил в ТТБ. И мне пригласили, что-то я там спел на Новый год. И все просто, вот, помните модную песню? Чито гурито, чито маргалито, вам тиребиридинпиди. И все, и после этого музроту мне пригласили. Я там был художественным руководителем. Я на большом барабане играл и на тарелке. Знаете, там же этот, парады, как на 9 мая. И вот это все дело. Вот. И из автономка называется, когда вот корабли уходят, подводные лодки на полгода, на год могут уходят. Мы встречали зимой, летом, то есть вечером танцы играли, и свадьбы играли, и все играли. То есть я был там очень популярным. Хотел там остаться, мне просили, чтобы я там остался. А потом я когда приехал в Грузию, дальше продолжить, да, значит, приехал в Грузию, мне филармонию пригласили, я там пел многоголосие, там красивые песни, ну, разные. И где-то в 85-м году мне пригласили в группу «Бим-бом». Это музыкальная эксцентрика, пародия, клоунада музыкальная. В Москву мне пригласили. То есть я не понаехал, а мне пригласили. Понимаете, да? Потом я в университет поступил, в институт культуры, вернее, да. Потом мы ушли в 89-м году. Я один из создателей группы XBB. Вот так что я, если коротко, вот так рассказал. Это судьба, вот такая.